В торгово-промышленной палате республики состоялось онлайн-совещание с руководителями крупнейших промышленных предприятий Чувашии. Промышленность республики – ресурс, с помощью которого придется восстанавливать экономику региона после пандемии. Поэтому так важно поддержать сейчас предприятия, на которые пришелся основной удар, особенно малый и средний бизнес. Какая именно помощь востребована, сейчас активно обсуждается на различных площадках. Многие предложения по поддержке и дальнейшему развитию сектора уже учтены в комплексной программе социально-экономического развития Чувашской республики, которая будет представлена 24 июня на заседании Высшего экономического совета. В ближайшую пятилетку на поддержку 73 предприятий республики предполагается направить более 45 миллиардов рублей. Говорили и о новых направлениях работы, о том, как использовать форс-мажор в качестве стимулирующего обстоятельства. Не надо бояться ставить перед собой самые серьезные задачи, причем вывода нашей промышленности на мировой уровень. У нас есть такие примеры, мы к этому готовы. У промышленности республики хороший потенциал и довольно высокая мобильность. Во время пандемии многие предприятия освоили производство защитных средств. Тем самым им удалось не просто остаться на плаву и сохранить кадры, но и помочь республике полностью закрыть дефицит масок. У нас 30% занятых, 50% платежей, чуть больше 30% валового регионального продукта, то есть вы лидеры. От вашего самочувствия зависит развитие экономики. У нас в республике много достойных предприятий. В первую очередь, во всех отраслях нашей республики мы должны определить товары-флагманы, те, которые действительно можно продвигать на рынке. Это первое, что должно произойти. Потому что двигать товары-флагманы – это, на мой взгляд, ну, и экономически выгодно, и достаточно легче, поскольку они являются приоритетами. Здесь, мне кажется, это самая простая вещь для притока денег в нашу республику. Еще одна насущная потребность – импортозамещение. И здесь у производителей республики большой простор для маневров. Предпринимательскую активность готовы поддержать всемерно. В РИО главы Чувашии Олег Николаев отметил, сейчас идет модернизация всех институтов развития бизнеса, чтобы господдержка была действительно эффективной и востребованной. Координирующим звеном вот всего этого процесса будет Фонд развития промышленности, ну и в целом будет выполнять функции института. В том числе как раз продвижение Чувашской республики на все рынки, в том числе предприятий и продукции. Наталья Мальчикова, Андрей Спиридонов, Республика.